Сегодня мы приехали на Twin Lakes. Будем тут отдыхать сегодня. Купаться. Купаться, да. Сейчас определимся с местом, где мы будем. Там столики, парковки. Данил, ты будешь плавать? Возьми ведерко, Данил. Девочки ныряют, все под водой рассматривают. Тетя. Сегодня 90, думаю 85, а 90 по Фаренгейту, очень тепло. Сейчас я тоже пойду окунусь. Вон еще мундир на рыбке. Надо было взять сачок и половить рыбу. Плыви, плыви сюда. Взял лопату, одной рукой лопату держит, а другой гребет. Давай, иди сюда. Вау, зашла в воду, ну просто. Очень теплая вода. И лесом пахнет. Тут сосны. Прекрасный парк. Как пахнет лесом. Людей чуть больше подтянулось, но не сильно много. И хорошо, что есть еще детская площадка. Покупаются, пойдут в тень, немножко отдохнут. Это река твоя? Это река. Данил куда-то поплыл. Покажи, как ты плаваешь. Покажи. Вот так, да. Покажи, покажи, как ты плывешь. Плыви, плыви, плыви. Ой, ты молодец, ты молодец. Давай, давай, плыви, плыви ко мне. Теплая вода? Да, да. Тепленькая водичка, да? Да. Вода нереально теплая, даже привыкать не нужно к воде. Бери и сразу плавай. О, ты там уже вынырнула. Я ее даже не заметила. Класс. Может, тут что, вент можно взять, поплавать на лодочке.
Карина все носит воду. Что это у тебя? Покажи. Ракушку нашел. Какая, посмотри, вау. Где? Много, много. Много, много ракушек. Да. У нас меню, у нас хамус, пита чипс, Данилка кушает, Влада бутерброд и огурец. Такой у нас пикник. Девочки, персики. А я уже скушала. Ты уже скушала? Наш ланчбокс, баллони или хэм. Супер, погодка супер. Тут сижу, думаю, мозгин, наверное, загорят. Разогреваю небо чистое. А кого там рыба укусила? Тебя кусала рыба? Нет. А кого кусала? Да и меня кусала. Только легенькая такая, я и чувствовала. Легенькая, да. Я и чувствовала, а я думаю, что мы эти рыбы сильные, они думают. Эти рыбы. И они кусаются уже. Вон девочки взяли ведерочко и подружились с одной девочкой и ловят мальков. А я поголодала. Ну ты ж персик кушаешь, ты уже не голодная? Я голодная.